Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня снова мы готовим блюдо в горшочках. Мы сегодня будем готовить гречневую кашу. Ну а помогать нам в этом будут вот такие красивые полкило фарша. Гречки здесь идет 1,5 стакана. Фарша идет 0,5 кило. Морковка, лук, перец сладкий, соль, перец. И также я буду использовать свой секретный ингредиент. Соленое, как вы уже догадались, сальцо. Оно украсит наше блюдо. Итак, поехали. Итак, быстренько нарезаем лук. Очень мелко. Теперь трем морковку. А теперь быстренько шинкуем перчик.
друзья мои, мы начинаем загружать горшочки. Вот посмотрите, какой у нас есть секретный ингредиент. Именно грудинку, соленую грудинку мы положим на дно. Ну, это на любителя, как говорится. Я очень люблю. Вот так, три кусочка. Ну и начинаем наполнять нашей кашкой. Так. Теперь ложится еще два кусочка. Вкуснятинка у нас получается. Помним, что гречка при приготовлении станет чуть больше, поэтому мы накладываем не полные. Вот. Дальше мы берем куриный бульон или такой, какой у вас есть в доме, с обычного кубика или с порошка, с чего угодно. Хотите, сварите бульон и заливаем в наш горшочек. Итак, все последующие. Итак, друзья мои, горшочки мы наполнили. Вот так они выглядят. Сейчас мы их ставим в неразогретую, именно неразогретую духовку. Выставляем температуру 180 градусов. И готовим наше блюдо ровно 1 час. Ну что, друзья мои, наша гречка в горшочках готова. Сейчас мы ее попытаемся попробовать. Я хочу ее чуть-чуть перемешать. Какие запахи идут. Горячая. Кашу вилкой как-то не едят, поэтому я ложкой. Хорошо бы ложку деревянную, но... Ой, как вкусно! Наша соленая грудинка отдала все свои вкусы. Даже оторваться нельзя. Как же это вкусно. У меня еще есть салатик. Помидорчики, огурчики, лучок и баклажанчики квашеные. Сочетание вкусов. А, вот он, мой кусочек сала, грудинка. Сейчас попробуем, какая она стала после термической обработки. Это просто праздник вкуса. Горячо, но очень вкусно. Друзья мои, приготовьте такую гречку с фаршем. Простые ингредиенты,
И вы поймете, что вкуснее нет ничего. Ну а я приглашаю вас поставить лайк, если вам понравился рецепт. Подписаться на мой канал «Очень вкусная еда». Мы готовим самую вкусную еду. Ну а я желаю вам, как всегда, оставаться здоровыми, счастливыми. Пока, до новых встреч!